Беларусь сегодня посещает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. На программе и цели визита сообщили в Министерстве иностранных дел. Запланована встреча Джона Болтона на высшем уровне, а так само перемолы с министром замежных справ Республики Беларусь. Баки обмеркуют пытания белорусско-американских относин и региональной безпеки. Добавлю, что за последние 20 лет, это первый визит в нашу страну, представителя правительства Соединенных Штатов Америки такого высокого уровня будем следить за переговорами.